Додається команда «Авангард-2» і «Павлоград-2». На старті перший учасник категорії, команди К3 Кириченко Дмитрий Смолина «Динамика». Они заработали 5 штрафных баллов для своей команды. Второй этап подхватил Овсиенко Виктория с Микисом Соней. Аня всегда мечтала быть спортивным комментатором. Я отлично. Круто так получается. Что кому? Палки забываете. Красный барьер на старте. Не знаю, Второй участник категории передал свою эстафетную палочку класс Ольги Смолиная Мята. К сожалению, участник снят.